Тверская область 9 мая отметила 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Верхневолжье прошел ряд торжественных мероприятий, приуроченных к праздничной дате. В Твери в этом году парад победы был особенным. Прохождение военных Тверского гарнизона прошло не как обычно у обелиска победы, а на площади святого благоверного князя Михаила Тверского. Причем в параде участвовали не только военнослужащие и кадеты, но и техника. На городские улицы выехали боевые машины. А в небе над Тверью строем пролетели военные самолеты и вертолеты. О том, как областная столица отпраздновала великий праздник Победы, в нашем материале. В областной столице главным праздничным событием стал парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В этом году впервые действия развернулись на площади святого благоверного князя Михаила Тверского. Здесь состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона. В строю прошли рота почетного караула, парадные расчеты военной академии военно-космической обороны имени Жукова, Тверского Суворовского военного училища, 196-го военно-транспортного авиационного полка, УФСИН по Тверской области, кадетская рота школы номер 16, а также юнармейцы. По площади проехала и боевая техника, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы и другие. Торжественное прохождение техники было не только на земле, но и в воздухе. Над площадью святого благоверного князя Михаила Тверского пролетели три военно-транспортных самолета Ил-76 и 13 вертолетов Ми-26, К-52 и Ми-28. Ветеранов и жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Рудени. Глава региона отметил, что жители Верхневолжья по праву гордятся вкладом Тверской земли в разгром нацизма. Ведь во время войны здесь, в самом центре России, решалась судьба всей нашей страны. День Победы дорог для каждого гражданина нашей огромной страны. Для всех, кто живет и трудится на героической Тверской земле. Мы гордимся фронтовиками и тружениками тыла, всеми, кто отстоял свободу нашей Родины, кто восстановил нашу страну после войны. В нашем сердце всегда будет жить память о подвиге советских воинов. Главными гостями торжественных мероприятий по праву стали ветераны и участники Великой Отечественной войны. Те, кто защищал Родину, те, кто видел ужасы тех лет. Фронтовик Федор Иванович Бирюков принимал участие в Курской битве в освобождении Украины и Белоруссии. Вспоминая тот самый первый день победы со слезами на глазах и от радости, и от страшных воспоминаний о тех днях одновременно. Были счастливые дни. Победа надо... Вам дожить надо до 100 лет победы отметить. Чтоб только мир дает до 100 лет этой победы. Первый день победы помнит и Мария Ивановна Потапова. В 42-м после окончания фельдшерско-акушерской школы она была направлена на службу медицинской сестрой. Это праздник у меня самый лучший в году. Я его жду полный год, наш праздник. Добытый потом кровью и многими жизнями. Глава региона отметил, что после победы выросло уже 3 новых поколения. Но сколько бы лет ни прошло, жители области чувствуют духовное родство с поколением победителей. А молодое поколение, юнармейцы, которые принимали участие в торжественном шествии, признаются, что для них причастность к этому торжественному мероприятию – огромная честь и ответственность. Эти люди защищали нашу Родину. Если бы не они, мы бы не жили сейчас. Люди, проложившие нам путь, дали нам хорошее, светлое будущее. Мы этим очень гордимся. И для нас это большая честь сейчас присутствовать на параде. Праздник собрал на улице города жителей Твери и гостей областной столицы. Горожане вспоминают, что в таком масштабе торжества прошли впервые. Накануне праздничных мероприятий прошла генеральная репетиция парада, которая также стала объектом внимания жителей Твери. Первый раз так наблюдали парад. Просто в восторге. Замечательно, замечательно все. Так трогательно просто. Горжусь. Я просто сегодня увидела молодежь нашу. Это что-то. Я коренной житель Твери. Я давно такого не видела. Было очень много людей, было тяжело пройти. Вертолеты были очень круто. Нам вообще все очень понравилось. Да, там было много солдатов было. Очень красивые они были очень. Также в День Победы традиционно состоялось возложение цветов к вечному огню у обелиска Победы. Дань памяти воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отдали ветераны, губернатор Тверской области Игорь Рудени и другие почетные гости. После парада Победы прошла торжественная церемония возложения венков у стелы «Тверь – город воинской славы».